Ледяной ветер и минусовая температура не стали помехой любителям искупаться зимой в открытом водоеме. Несколько десятков так называемых моржей с разных мест Латвии собрались в прошедшую субботу на грибной базе Дампели в Вентспилсе на слете любителей зимнего плавания. Эта встреча единомышленников проходит ежегодно. Правда, обычно собираются больше участников. Видать, в этот раз погодные условия кого-то все-таки напугали. Но те, кто собрались, прекрасно провели время. Для начала были приветственные речи и обязательная развлекательная программа, задача которой была хорошенько разогреться перед тем, как отправиться в реку. А что может быть лучше, чем танцы и подвижные игры? С 1 января, во-первых, мы собираемся. Это у нас такая традиция новогодняя. 1 января мы собираемся на море. А вот в этот раз мы собрались, потому что у нас слет, мы пригласили гостей, всем очень здесь понравилось, у нас такое шикарное мероприятие, все танцевали, все веселились, купались, в бане парились, в кублах грелись, прекрасно. То вся семья моржей, можно сказать, зимние пловцы, это все как одна большая семья. И мы с удовольствием к ним тоже ездим и дружим. Прежде чем окунаться в воду, пришлось расчистить воду ото льда, освободив небольшое пространство для купания. И вот настал долгожданный для участников момент – само купание. Никто не ежился от холода и даже наоборот, все радостно шли в студеную воду. Вода супер. Мы закалялись, начиная с июня. Каждый день ходили плавать. Хотим быть здоровыми и крепкими. И если постепенно приучаешь себя к прохладной воде, то не ощущаешь холода, заходя в воду сейчас. Опыт зимнего плавания у каждого разный. Кто-то уже занимается 10 лет, кто-то только недавно присоединился к моржам. Но все в один голос говорят о том, насколько изменилась их жизнь в результате нового увлечения. Пусть к нам приходит молодежь, чтобы такие же тоже были все здоровые, веселые, жизнерадостные и оптимистичные. Потому что это здоровье, это бодрость, это продление нашей интересной жизни. И очень многие из наших моржей, они не готовились тоже. Это именно было такое спонтанное какое-то чувство, что ты хочешь попробовать, и ты просто заходишь, пробуешь, тебе нравится, и ты потом продолжаешь этим заниматься. Какие изменения заметила? Стало сильнее здоровье. Ну, хотя у меня не было никаких сильных проблем, но все равно я меньше болею простудными заболеваниями. Ну и лучше настроение. Ну, это еще может потому, что мы как одна большая семья. Мы приходим, у нас свои какие-то шутки, прибаутки. Мы все время радуемся. Ну, очень нравится этот день, когда мы встречаемся все вместе. В какой-то мере холодная вода мобилизирует. Ты понимаешь, что тебе каждый день надо заходить в эту воду. Кроме того, мы ощущаем, что мы становимся стройнее, ведь калории сжигаются, и организм принимает другую, более приятную форму. Нервная система приводится в порядок, кровеносные сосуды, иммунитет становится крепче. И главное, те, кто занимаются зимним плаванием, они в основном все бодрые и положительно настроены. В этот раз в Вентспилсе собрались любители зимнего плавания из Риги, Салдуса, Лепои и Кулдыги.